Привет-привет, друзья! Сегодня для вас подготовил видео с технологической новинкой от компании итальянской KME. Это Wi-Fi ключ для удаленного программирования. Но мне так кажется, что это устройство больше заинтересует монтажников, хотя, ну, кто знает, всем должно быть интересно. Итак, что же это такое? Вот мы, к примеру, собрались на работу, на монтаж. В первом случае взяли с собой ключ, во втором нет. А пока мы едем на объект, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Нам будет очень приятно. И вот, смонтировали привод и начинаем настройки. С ключом нам говорят, что это будет удобно. Ну, давайте посмотрим. Ну, видим, что возникли проблемы с подключением фотоэлементов. Ключ, видимо, нас об этом предупреждает. Я так понимаю, что если пошел дождь, то ключ нам поможет обучить привод из машины удаленно. Быстрая настройка, установление параметров, конфигурации, бла-бла-бла-бла-бла. Запись пульта дистанционно. Вот это действительно удобно, согласен. Ну чё, типа и все. И да, этот ключ подходит под все типы автоматики КМЭ, используя специальный адаптер. Ну, я так понял, этот ключ можно использовать как GSM-модуль. Ну, короче, вот такая новинка от компании КМЭ. Что вы об этом думаете, напишите нам в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.